дочь бьет. На донку поймали сама. Маленького надо отпускать. Красавец вообще. Томик вообще красивый. Вот сейчас будем его... Жалко. Сейчас будем отпускать. Вот такая вот рыбалка. Знаешь, вот поймали рыбёху. Вот такой, блин, меня. Вот. Это хорошо, это получается, мы его еще и подстегнули еще. Короче, поймали его на поплавковую часть. Вот она, прямо за лопатку. А кто-то клевал еще. Ну, хорошо. А коньков маленьких натаскивают. Вот такая вот у нас рыбалочка идет. Все. О, донка у нас дергается. Кто-то пытается поживиться лакомством. Но опять затихло. Ждем. Здесь на поплавок по клевке и на спиннинг по клевке. Что-то у нас спиннинг поддергивает. О, колокольчик сработает. Что-то уже у нас на спиннинге сидит. О, и сын, короче, поймал. И карасик. Так, сейчас спиннинг нам будем проверять. Не, вроде как затих спиннинг. Вот на поплавок теперь. Сына пошли по клевке. Вообще класс. Смотрите, какой вот карась один. Вон карась второй. Блин, вообще, да? Сын, сколько тебе лет? 9. И меня переплевывает на рыбалке. Офигеть. Красава. О. Карася сын выловил. Вообще, наверное, 2,5 ладошки. Красавец. Вот так вот сидим дальше рыбачим. У меня ничего не клюет. А он здесь вылавливает.